Всем привет, мои хорошие. Сегодня я получила посылку от своей подписчицы. Света, большой тебе привет, большое тебе спасибо. Днем не было времени снять распаковку. Сейчас я буду открывать пакет и распаковывать вместе с вами. Тяжеленькая. Вес 5620. Я так рада. Вы не представляете. Завтра я буду красить голову. 15-го на маникюр. И потихонечку мы начнем с вами снимать. 21-го я буду делать заказ. Думаю, то, что не буду ждать от прямого поставщика, все-таки в Саратове пока у меланенки закажу, чтобы все было быстро, они высушены. Ну, от прямого поставщика, от перекупа получается. Я уже как-то рекламировала этот магазин. Блин, еще просто так не откроешь эту коробку. Она хорошо все так запаковала. Сейчас я открою коробку и вернусь. Ну все, открыла я коробочку. Буду потихонечку доставать и будем с вами пробовать. Так, глинка Цинна. Мне она, как-то я ее пробовала в пробниках летом. Помните, может быть, пробники были башкирских глин. Мне она понравилась. У меня свет здесь плохое освещение, ну, потому что в зале я не могу пока снять. Блин, вообще супер, у меня для паст теперь будет глина. Она такая рыхлая, на ощупь такая шелковистая. Сразу в комок. При откусывании пыльный вкус и вкус каких-то краски, что ли. Что такое? Глина мотылек. Я ее тоже пробовала. Она похожа на белый трухистан. Блин, вот это кусок. Блин, Света, я так рада. Спасибо большое. Смотрите, как она пыльная. Какая она вкусная. Не залипает. Не скрипит. Мягкая. Пыльная. Вкус даже меловой есть. Угу. Прям пыль. Спрессованная пыль. Свет, спасибо еще раз огромное.
По-моему, это Астана. Астану я тоже люблю. Блин, представляете, сколько у меня будет пасты. Мне даже не придется глину заказывать. Я хочу единственное заказать орские глины, закат и опал, которые мне понравились. Вот так лучше видно. Астана, вот такие кусочки. Как семечки прям. Угу. Класс. Я очень довольна, очень рада. Кремовая. Тоже такие кусочки. Она рыхлая и шелковистая. Вообще не хрустит. Тает во рту. Прям пыль. Вкус прям трав. Пыльных луговых трав. Короче говоря, у меня радости полные штаны. Арахис. Желтого цвета. Тоже такие кусочки. Смотрите, как переливается. Мягкая рыхлая, здесь незначительный скрип. Желтый крем. Плотненькая, монолитная, вычищена. Прям вкус свежести. Прям свежести вкус. Прям такой морозной свежести. Угу. Скрипит, но незначительно. Ириска. Глина ириска. Ой, она такая, знаете, цвет такой розовый. Прям такой вот. И с красноватыми полосками.
консистенция как у остальных, два. А сразу прилипает к зубам, но отлипается быстро, прям как ириска. А вот этот комочек постепенно растворяется в крем. Нежная-нежная. Вкус прям пыльный-пыльный. Земельный такой. Паста из нее будет изумительная. Ни разу не пробовала, но я очень довольна. Давайте сначала попробуем калинчики. Вот есть калин. Да нет. Вообще, Света, спасибо огромное тебе, правда. Ты мне прям... Теперь пасты я буду делать, это точно. Ну. Сыр. Калин есть калин. Все его знают. Бонус. Гармония. Свете не понравились эти глинки, она отправила мне их. Очень нежная. Поскрипывает. И вкус прям как будто только что побелили стены. Да. Меловой вкус у нее. Глина Санди. Я ее тоже пробовала. Она мне нравится. Вкус, структура. И у нее, знаете, такой голубой, светло-голубой цвет и желтые прожилки. Посмотрите. Видно, да? Чуть-чуть. Она такая гладкая, шелковистая, прям как, ну, так же, как Астана. Внутри прям цвет голубой. Нежно-нежно, без единого скрипа. Не залипает. Обволакивает и постепенно прям тут же тает. Вкусная, нежная-нежная. Так, даже писать загадка. Не пробовала ни разу. Наташка сегодня хрум-хрум ела эту глинку. Такая она монолитная, плотная, тяжеленькая. Попробуем кусочек.
сливочная, жирная. Шелковистая. Есть залипание. Тоже по консистенции, как Астана 2, только тяжелая. Откусывается легко. Цвет такой серо-голубой. Завтра еще днем покажу. Фисташка. Ни разу я фисташечку не пробовала вообще. Как же круто. Вау. Она прям расслоилась. Смотрите. Цвет. Камера сейчас не передаст вам. Но он прям фисташковый цвет. Особо не пачкается. Прям тяжелая такая. Плотные. Смотрите, какие у нее слои. Она прям слой на слой, слой на слой идет. Пока что вкус не пойму. Очень нежная. Жирная. Есть песчаность, песчаность, но только она приятная и не скрипучая. Прилипает к зубам. Классно вообще. Мне все очень понравилось. И у меня есть еще одна радость. Тут у меня. Не знаю, целый или нет. Господи. Посмотрите на это счастье. Это же фирменный Белгород. Божечки мой.
ума сойти. Света. Я рада. Просто до безумия. Просто до безумия. Спасибо тебе огромнейшее. Я это буду кушать с пастами. Я еще положу на батарею, чтобы кусочки более хрустящие были. Как раз пиленный Белгород с пастами самый то. Ну как я вам? Нормально? В общем, вообще, Света, я тебе очень благодарна, как мы с тобой договорились. А нифига, это не пиленный Белгород, дорогие мои. Это Белая гора. Представляете? А вот это, наверное, Белгород. Блин, ну короче, вообще. В общем, я как раз хотела заказать пиленный. Теперь закажу мега-бруски твердых сортов. Премиум, красный. Ну, в общем, вообще хотела ассорти, а теперь мегабруски просто закажу. И остальное кусковой. В общем, ждите. Видео будет скоро с пастами, с новыми. Мотылёк. Хочу уже все это сделать и скорее завтра. Завтра не получится, я уезжаю, ну, с понедельника. Я вас всех люблю, я очень рада, очень-очень, безумно просто я рада. У меня нет слов, как я этого долго ждала. Вообще, Света, ты прям волшебная фея, которая исполнила мое желание. Спасибо тебе еще раз огромное. Всех целую, всем пока.